острове Татышев в воскресенье организовали своего рода реконструкцию зимних Олимпийских игр. Почти 5000 красноярцев пришли попробовать свои силы и таланты в кёрлинге, бобслее, биатлоне, а также в умении кататься на лыжах и коньках. Свои спортивные навыки горожане и гости Красноярска демонстрировали на площадках с креативными названиями. Поселок Коньково, Саниленд, хоккейная деревня, республика Кёрлингстан и лыжный край. День зимних Олимпийских игр – праздник молодой, но отмечают его во всей стране и каждый регион по-своему. Это мероприятие подразумевает под собой те виды спорта олимпийских, пропаганда тех видов спорта олимпийских, которые существуют в олимпийской программе. Те локации, которые сегодня есть на острове Татышев, их обязательно нужно пройти всем участникам, получить бонусные баллы и поменять потом на те призы, которые праздником предусмотрены. Организаторы считают, каждый сибиряк должен уверенно стоять и на коньках, и на лыжах. Хочу попробовать вообще несколько видов спорта, но вот первые лыжи, потом думаю коньки, хоккей, ну думаю вот, а остальные, ну с этими, с бобслейными делами или саночными, наверное, не посмотрю только, ну а так я думаю, а еще кёрлинг можно. Внимание! Вообще, красноярцы с удовольствием принимали участие в работе спортивных площадок. Кому-то по душе пришелся забег на коньках, кому-то катание с горки. Я работаю в школе учителем, как бы, и мы всегда с сыном занимаемся спортом, на все лыжни России, на все пробеги, на все везде с сыном участвуем. И вот привезла своих ребятишек и сами участвуем вместе с детьми, со всеми. 20 человек привезла. Ну и как вам? Очень нравится. Особенно кёрлинг, это вообще, это круто. Участниками праздника стали и прославленные красноярские спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр разных лет. Светлана Балдыкова считает, любовь к спорту нужно прививать с детства и очень рада, что на шуточные Олимпийские игры пришло много семей с детьми. Пока ребенок маленький, можно заниматься всем. Это уже когда он повзрослеет и сам уже для себя определится. Тогда сам и выберет. А на самом деле очень приятно и очень здорово, когда родители прививают спорт и здоровый образ жизни ребенку. Напомню, спортсмены, представляющие Красноярский край, завоевали на Олимпиаде в Сочи 8 медалей, 5 из которых золотые. И это больше трети всех высших наград российской сборной. Дина Володина, Александр Ермашенко, новости.